Колумбии, вот, еще в 90-е годы, были такие куклы. Серебром покрыта, и она была незрачная. Братья ее очистили, отскоблили, и вот стала такая бронза красивая, светящаяся. И вот... Рисовать не могли. Или это все двигается, да? Она торжествующая. И люди, которые там находятся, души, они нуждаются в наших молитвах. Это же как бы напоминание нам, что есть мир видимый, есть мир разрешает, да? Я спрашиваю. Нет, нет. Сказал, конечно. Поэтому это, да, физическое что-то явление происходит, но это Божья милость, которая нам как бы так показывает, что Лесосибирская настоятель Крестовоздвиженского храма, он уже, знаете, Андрей Юрьевич, какой был сейчас он в Москве уже третий год. Видимо, многие подкашиваются, и это же какое-то состояние, это какое-то, люди получают духовное какое-то, значит, какое-то, это надо простовольство. Один мужчина, где-то года три назад, ехал из Лесосибирска в Красноярск. Слезки эти протекли на день Иоанна Богослова в сентябре. И вот он, и вот эти слезки постоянно продолжают все ниже и ниже и ниже и ниже. Если вы подойдете к иконе, вы увидите, что плачет наша Богородица. Вам такую заварочку? А с травками заварено? С травками здесь, да? Нет, вот здесь. А, здесь с травками.